Всем привет. Поздоровайся. Всем привет. Куда ты собрался? На работу. Опять поспать? Да. Все, мы ждем такси. Снова едем на работу. Скоро в школу. Уже дома надоело даром сидеть. В школу уже хочешь. А я так не хочу, господи. Ну, дай бог, чтобы в этом году у нас была пятидневка. Вот напишите, у ваших детей пятидневка. Наши еще в том году ходили по субботам в школу. Это просто ад какой-то. Кто там сидит, нас провожает? Бонька тоже нас вышла провожать. Это наш папа забыл обед. Сейчас мы ему тоже завезем. Да, Боня? Рома не успел прийти, уже чаи гоняет. Смотрите, какую мне подарили красивую герань. Я попросила отросток, а мне принесли прям целую. Кустик вот в горшочке. Ну, горшочек я хочу керамический купить. Какой-нибудь, наверное, тоже беленький, как вот сама герань. Я помню, у моей бабушки герань была красная, розовая и вот такая белая. А вообще сейчас герани в моде. Мода возвращается. Поэтому я захотела себе гераньку вот такую. Так, мы пьем вот такой вкусный чаек. Вот этот вкусный, да, Ром? Земляничный он, наверное. И вот этот вот мне понравился. Очень ароматный. Вот такой. Ванила и, наверное, брусника или клюква. Вот это что? Вот какое слово? Гранберри. Я не знаю. А как ты английский учишь? Ой, мне этого не учили. Так, сейчас скажу, что это. Клюква. Еще вкусные вот такие конфеты, они без сахара, ну, с каким-то заменителем сахара, леденцы со вкусом кофе, но они немного мятой отдают, да, Рома? Нет. Да, мне кажется, нет. Они немного такие мятные, очень вкусные, они маленькие такие, ой, сейчас покажу, вот такие вот маленькие вкусненькие конфеты, нам понравились. Так, сейчас покажу, что взял на этот раз Роман на работу, себе перекус. Взял йогурт, вот тут хлебушек я ему замотала в фольгу, и куриная ножка отварная, голень куриная, и сырок глазированный. Вот это вот Рома будет обедать сегодня так, да? Классная вот такая жвачка, она в тюбике, мягкая. Когда ее жуешь, она такая мягкая, сначала тягучая, сладкая, а потом превращается в обычную жвачку. Классная такая. Мы, кстати, в посылку Эмми положили вот такую жвачку. Посылку мы отправили, MHD. В этот раз он взял комиксы почитать. Комиксы – это вообще такое чтение, мне кажется, для отдыха. Обожаю вот эти комиксы сама. Мне очень нравятся иллюстрации, я уже показывала. И вообще, вот мне кажется, если дети не любят читать, то комиксы, ну, в любом случае понравятся. Будут читать комиксы. Любой ребенок. Про пиратов читает он дома, да, Ром? Да. Нравится? Хорошо. Так, порисовать взял мелки. Вот эти выдвижные мелки я тоже показывала, они очень классные. И альбом. Так, тут у меня уже накалякано. И вот такой вот этот наш альбомчик взял маленький порисовать. И вот такую книжку «Животные по...» ну, скажи. Точкам. По точкам, да. И животные по точкам. Лежит у нас книжка, а мы ей... Нет, я немножко, по-моему, там даже рисовала, как-то пробовала. Вот, короче, надо тоже порисовать. Будем... А, вон, да, краба какого-то я там нарисовала. Буду я рисовать и Ромка. Но мне сегодня нужно поработать, прежде чем отдыхать. Мне нужно кое-что здесь сдать. А потом уже буду тоже сидеть. Ну, короче, время коротать. Хочу показать вам... огород Ромин, вот этот вот. Кстати, да, на работе Рома недолго продержался, посидел там немного, порисовал и уснул все-таки. Я не знаю, как он в школу пойдет. Он привык спать днем, и я не знаю, как он теперь будет в школе. Короче, тяжело, видимо, ему будет. Когда выложила видео про вот это вырасти дерево,
Я только потом подумала, так интересно, называется «Вырасти дерево», а у нас земляника почему-то. Причем тут дерево? Ну да ладно, короче, посадил Рома семена, ну посадил всего дня три назад, но уже за три дня он мне просто всю кровь выпил. Он бегает с этим огородом по дому и все время просит, что нужно их полить. Я ему объясняю, что поливать их не надо, потому что они, ну, земля влажная. Вот так вот целлофанчиком мы их накрываем. И все, пока поливать не надо, он прям ругается со мной. Если, короче, они не вырастут, все. Будет, видимо, на меня обида. Так что держите кулачки, чтобы земляника у нас выросла и заплодоносила. Иначе на меня сын обидится. Наконец-то у нас выглянуло солнышко. Очень этому рады. Мы уже забыли, как выглядит небо голубое. Ну и то, видите, оно не очень-то и голубое, какие-то облака. Ну ладно, уже все равно захотелось даже погулять. Сегодня возьмем Боню. Сейчас наш папа должен уже освободиться тоже на работе. Возьмем Боньку и... Ну, у меня уже тут эти отцвели каланхои. Ой, какие каланхои. Как его? Календула, господи, что я говорю. Сейчас возьмем Боню и поедем в магазин, так как мы делаем у Ромы ремонт. Поедем за... Ну, короче, в строительный магазин. За всякими там штуками. Пилюшек на балкончик сразу вышел, да? Тепло тут, хорошо. Ну, на улице, честно говоря, не очень-то тепло, но так, свежо. Ну, в ветровочке, либо в кофте какой-то нормально, комфортно. Я люблю такую погоду. Вообще, вот настает самое мое любимое время года, когда еще не сильно холодно и уже не жарко, нет этой духоты. Ой, обожаю вот эту вот пору. Вообще люблю конец августа, сентябрь. Вообще мне нравится. Так, смотрите, что мне удалось насушить в моей сушилке, которую я купила. Вот я насушила апельсины. Вот видите, они какие. Мы уже, конечно, половину съели. Не успеваем сушить. Но сушим и быстро их съедаем. Они вот такие хрустящие. Вот видите, прям ломаются на кусочки. Мы едим прям с кожурой. Очень вкусно. Кто любит цитрусовые, вот я прям рекомендую завести сушилку и насушить мандарин, апельсин. Здесь у меня груша. Но груша, она не хрустящая, она мягенькая такая. Но тоже очень-очень вкусная. Вот такую грушу даже можно давать шиншиллам. Я еще яблоки обязательно насушу. А вот смотрите, апельсинчик мне он так нравится, он улыбается. Так, его в серединку поставим. Вот, смотрите, какие они прям тоненькие, прозрачные. Прям янтарные, такие красивые. Ну, вот меня там спрашивали сказать свой отзыв, не зря ли купили. Нет, мне очень нравится. Рекомендую. Бананы сушеные, к сожалению, мы все съели, я не могу показать. Но вот здесь у меня досушиваются, еще, наверное, ну, несколько часов нужно, да. И там у меня тоже еще апельсины. Короче, сейчас сушу каждый день, хочу еще попробовать посушить, ну, повялить помидоры. Говорят, прям безумно вкусно, ну, не знаю, попробуем. Вот Антошу разбудила, ест. У них там, как всегда, бардак, все валяется. Папка не дает грушу. Да вон там еще лежит одна. Приехали с Боней в лесок погулять. Здесь, ну, сзади проезжая часть, и части здесь много людей ходит. Не страшно. Дикие животные сюда не приходят. Сейчас я догонять буду. Боня ищет траву подходящую. О, нашла. Нет. Нет, не понравилось. Такой нет. Нет такой, который она, наверное, любит. Он носится. Ободрали, да, дерево? Само отвалилось? А, оно сухое. Все, мы уже дома. Хочу вам показать чистую тарелку. Все апельсинчики съели. Даже вот улыбающийся апельсин вот недавно лежал на тарелке, и уже его кто-то сгрыз. Хотя он там одна корочка. Ну, в общем, очень вкусные. А я загрузила новую партию. Внизу у меня 3 яруса помидоров. Помидорки с
солью и травками. Ну, то есть вялятся, они должны быть очень вкусные. И два яруса я сделала, два яруса яблок. Ну, не знаю, можно так или нет комбинировать. Ну, просто два яруса пустых оставлять как-то было жалко. И я порезала яблоко. Ну, яблоком уже пахнет. Подходишь, вот когда к ней пахнет яблоко. Купили Бонни намордник. А он оказался большой. Чуть ли не вся голова влазит в этот намордник. Нужно, чтобы здесь была одна перемычка, и вот эта штука шла на голову. Ну, у французских бульдогов такие мордочки, что не каждый намордник подойдет. Короче, вот этот очень большой. Ну да, я сейчас смотрю, что мы как-то замахнулись размером. Да, Боня? Боня не хочет разговаривать. Ну, короче, вот так вот. Все придется вернуть. Кстати, вот цена его 390 рублей. Чек у нас сохранился. Придется его вернуть.